Ребята, всем привет! С вами CryptoClub. Разбираем на канале перспективные ICO проекты, да, в которых можно инвестировать. Вот сегодня поговорим о проекте Elon City. Что это вообще за проект? Вот он хочет, собственно, перевести всю энергетику на блокчейн, да, чтобы было гораздо проще и удобнее, собственно, все транзакции, цены, оплату производить, да, это будет все удобнее. Плюс, вот, планируют они также обеспечивать мир чистой энергией, такие как воздушные мельницы, да, солнечные батареи, вот, и все такое прочее. Вот, собственно, создает Elon City свой блокчейн. И в этом обзоре посмотрим с вами, расскажу свой взгляд на проект, на инвестиции в него, да, стоит или нет этого делать, буду ли это делать я. Вот, и вы уже сами принимаете решение, хотите ли вы инвестировать в него или нет. Итак, давайте посмотрим рейтинги сайта, да, оценим хайп, вот, проекта и что вообще о нем говорят эксперты. Смотрите на сайте Invest Future, да, здесь собраны, в принципе, рейтинги от всех проектов, вот, общий рейтинг 66.52 на 3 звезды, да, удовлетворительный рейтинг, вот, ICO Drops, так вот, оценивает также где-то посерединке, да, проект в районе 3-4 звезд. Вот, это по состоянию на август. В принципе, здесь все рейтинговые сайты оценивают по состоянию на август, да. Рейтинг ICO по версии трека ICO 4.3 из 5.0. Это высокая оценка. Find ICO 3.9, да, смотрите, 614 место из 4000 практически, это еще выше, вот, и ICO рейтинг у нас дает высокую оценку хайпа проекту, да, также в топ 10% всех проектов, представленных на их сайте, и оценка риска, средняя оценка риска, они вот так вот оценивают. Вот, что можно сказать, посмотрим ICO рейтинг, что вообще здесь представлено, да, что они пишут, собственно, вот видим мы, да, оценки инвестиционный рейтинг, вот, оценивают на оценочку H, да, высокий хайп и оценку риска, вот, средняя оценка риска, мы ее вот уже посмотрели. Вот, ну здесь про цену токена и токен, да, вот у них так вот минимальная инвестиция 0,1 эфира, вот MVP, вот у них уже они разработали свой дизайн и проекты Сингапура, white paper есть, это также хорошо, то, что есть white paper, можно ознакомиться, прочитать и принять решение насчет инвестиций. Смотрите, 32% токена будут выпущены в продажу только, да. Остальные токены, 32% будет добыто с помощью майнинга, да, 14,5% на лабораторию Elon City выделено, 14% на маркетинг и 7,5% на команду. Вот, что еще интересного. Посмотрели мы, значит, ICO рейтинг, да, вот, Find ICO, вот как их оценивать, да, общая 7,7%. Ну, сами видите, все оценки, да, вот, команду оценивают на среднюю оценку, чуть пониже, вот, развивается проект в сфере энергетики и коммунальных услуг. Если вы хотите инвестировать, нужно вам зарегистрироваться будет в вайт-листе, да, и пройти проверку, потому что ну, потому что такое законодательство у той страны, в которой зарегистрирован проект, вот, и этого обязательно сделать. Так, и посмотрим еще, Invest Future мы, собственно, посмотрели, да, что здесь еще интересного. Токен, в общем, на базе эфириума сделан, да,
ну, доступна к продаже, мы это уже видели, он максимально планирует собрать 33 миллиона долларов. Представлена здесь команда проекта и советники. Да, много советников у них. Что касается дорожной карты, вот она вся у них расписана до 2022 года. Вот, и это хорошо. Давайте вернемся на сайт. Хорошо в том смысле, что на целых 6 лет у них, по-моему, расписано. Даже так, с 2014, да, вот на основании на целых 8 лет расписана дорожная карта. Что могу сказать, какие есть причины инвестировать в этот проект, да? Во-первых, сама идея очень хорошая, да, и полезная. Вот сначала они в Канаде, по-моему, хотят свой проект реализовывать, вот, затем уже по всему миру. И, во-первых, идея не только хорошая, но она еще и полезная, да, у них уже есть, собственно, они общались с фермерами различными, да, которые страдают от нехватки электричества, вот, и они подтвердили свою заинтересованность в проекте, да, очень им будет интересен это производство чистой и оплата с помощью своих смартфонов, вот. И поэтому, раз есть заинтересованность в проекте, то я думаю, что и токены, да, будут востребованы. Вот. Ну, не только токены, но и сам проект будет интересен. Вот. Оценка хайпа, высокая оценка хайпа в данном проекте, это хорошо, да, потому что криптосообщество знает о нем, да, планируют они собрать достаточно большую сумму, 33 миллиона долларов, вот, и я думаю, высокий хайп им в этом поможет, вот, потому что криптосообщество заинтересовано в этом проекте, вот, и я думаю, будет с желанием инвестировать в него. Тем более, что оценка риска достаточно низкая, да, вот смотрите, средняя оценка риска в проект, ну, инвестирование ваших средств. Так, и что еще сказать? Вот у них был я в Твиттере недавно, да, вот и читал там, собственно, много у них партнеров, кто инвестировал в их проект. Сейчас, наверное, даже посмотрим. Так, вот Твиттер. Сейчас перейдем и посмотрим, чтобы не быть голословными. Так, сейчас загрузится страничка. Вот, смотрите, одного, вот, по крайней мере, вот 9 августа последний инвестор, да, новый Avalon City инвестировал. Дальше, смотрите, вот 6 августа еще один инвестор частный, да, затем 5 августа, 3 августа, у них практически каждый день добавляются новые инвестора, вот только за первые 10 дней августа у них вот несколько инвесторов, смотрите, да, это частные инвестора, которые инвестируют в проект, вот, публичной продажи еще пока что нет, вот, но смотрите, они уже собирают, уже часть средств собрана, я думаю, это будет основная часть средств, которого 26 июля, да, опять же, еще один вот канадский крипто Interblock Capital теперь партнеры, да. Вот новый инвестор проекта. Вот что я говорил. Смотрите, с Аркблоком они теперь, да, также партнеры. Вот. И я думаю, когда откроют публичную продажу, да, токен сейл, вот, то и так-то, в принципе, 32% всего токенов выделено на продажу. Но неизвестно, сколько частные инвесторы инвестируют, возможно, вообще публичной продажи не будет, да, потому что смотрите, какая заинтересованность, вот, поэтому
Если проект заинтересовал вас, я думаю, он заинтересовал, потому что частные инвесторы с охотой идут в этот проект, и неизвестно, будет ли токен сейл или не будет, да, но если будет, то он будет весьма коротким, я думаю, да, потому что мало токенов останется на продажу, вот, и нужно будет следить и сразу инвестировать, если вы хотите заработать. Совсем недавно так было с проектом Content Box, вот, он вообще... Они вообще отменили токен сейл, собрали свой хардкап только с помощью частных инвесторов, да, и все, и собственно токен сейл был отменен. Вот. И как следствие, они сразу же практически вышли на биржу, да, вот это было в начале августа, и цена у них на токен взлетела сразу, да, потому что токен сейла не было, все хотели купить токен, все хотели инвестировать, вот, и вот такая вот штука вот была. Поэтому Цейлон Сити, возможно, будет такое же, да, и я думаю, нужно за ним следить. Можно подписаться, да, ввести e-mail, вот, и вы будете в курсе всех новостей. Также рекомендую вступать в Telegram, и не отключать уведомления от канала. Тогда вы точно будете в курсе всех последних новостей. Вот такое, собственно, мнение насчет инвестиций в проект. Напоминаю, это лишь мое мнение. Всегда инвестируйте только свободные средства, да, те, которые вы можете потерять, вот, чтобы вы спали спокойно. И ваше финансовое положение не пошатнулось. На этом у меня все. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Всем добра.